растягиваю до предпоследней ячейки включительно, последнюю не затрагиваю. Последнюю ячейку я просто скопирую, потому что после последней ячейки не должен идти значок end. И здесь правее я использую еще одну функцию экселевскую — сцепить. По очереди, зажав клавишу Ctrl, я выбираю все созданные мною ячейки. Желательно не промахиваться. Закрываю скобку. Все. Команда готова для перенесения ее в соответствующую строку. Пожалуйста, это команда. Запускаем. Снимаем просьбу удалить, иначе все остальные профили удалятся. Запускаем. Ищем. Вот, собственно, один этот профиль. SPSS создал специальную фильтрующую переменную. Оказалось, что у нас всего один респондент попадает в этот профиль. Причем здесь есть небольшой глюк SPSS. Он показывает зачеркнутым этот профиль. Хотя этот профиль соответствует. Полностью соответствует искомому профилю. Он его зачеркнул. Зачеркнул его абсолютно некорректно, потому что сам же он поставил по фильтрующей переменной здесь не 0. Итак, мы можем сделать вывод, что у нас среди 5079 респондентов всего один респондент обладает таким профилем. Он нам показался интересным в силу своей, скажем так, мизантропичности. Мы нашли его. Если рассматривать этот профиль как некоторый выброс, например, он может заслуживать отдельного изучения. Если бы людей с таким профилем было бы много, соответственно, это уже был бы не выброс.